Тем временем мы поинтересовались у жителей Твери, а нужно ли вообще государству поддерживать малый и средний бизнес в стране? Вот что нам ответили горожане. Малый и средний бизнес нужно поддерживать? Сельское хозяйство, наверное, точно надо. Обязательно. Мне кажется, сельское хозяйство в первую очередь. Субсидии вот, для фермерских хозяйств на закупку техники. Кто нам будет пирожки делать, парикмахерскую устроить, понимаешь, что он там по факту будет пить. Безусловно, только двумя руками за. Государство есть возможность. Значит, поддержка должна быть. Нужно поддерживать, потому что малый бизнес – это основа экономики, можно сказать. 50 на 50. Малый бизнес, в котором я работал, до сих пор достаточно зарабатывал, чтобы себя обеспечить. Должна господдержка быть. Кредит поменьше ставки давать. И чем больше будет участия государства, тем будет нам, простым гражданам, жить легче. Будет товаров. Дешевле они будут. Нужно любой бизнес поддерживать. Предоставлять какие-то льготы. Если бизнес вот этот развивается, нам от этого лучше. Нам какие-то услуги оказывают. Чем больше конкуренции, тем дешевле все это нам обходится. Поддержка нужна, когда люди только начинают, им необходима помощь.